мы сейчас будем делать компрессы. Для компресса нам необходимо будет свежий корень имбиря. Дальше любая ткань, например, марля в 2-3 слоя, чтобы мы могли накладывать ее на пораженные места. Дальше нам будет необходимо бинт эластичный и, если есть, стретч-пленка. У меня она есть, я в прошлый раз ее показывал. Кто смотрит все мои выпуски, видел эту пленочку. Итак, берем, натираем корень имбиря в достаточном количестве. Сколько? Это примерно 1:1 к меду. Мы будем использовать корень имбиря и мед. Натираем корень имбиря. Дальше берем жидкий мед. Если у вас майского жидкого нет меда, осторожно на водяной бане легенько нагреваем мед и топим его. Растапливаем. Все, готовим нашу ткань. В общем, накладываем или намазываем пораженные места. Первый сеанс на 1 час. Второй сеанс на 1 час. Дальше на 2 часа. На 2 часа. И потом доходим до 3 часов. Смотрите на состояние, чтобы не было обожженных мест. Мед все это смягчит действие имбиря, потому что имбирь, конечно, жжет отдельно. С медом будет все отлично. Как я и сказал, берем примерно 1:1. Одна порция имбиря, одна порция меда. И хорошо просто все или растираем, или, кто не жалеет, побогаче, значит, накладываем на ткань где-то 2-3 мм, и уже ткань все фиксируем к нашим частям. Такое мероприятие тоже можно делать через день в течение 1 месяца. Вот и все. Такой тоже отличный компресс с имбирем. Ну и если вам нравятся мои рецепты для здоровья, не забудьте меня поблагодарить. А лучшей благодарностью для меня служат ваши лайки, ваши комментарии, ваши спасибки в комментариях. А также если вы поделитесь данным видео со своими друзьями. Пусть они тоже знают, как быть здоровыми. До новых встреч на моем канале и встретимся! Еще.